кажется. Да как тебе выгоднее? Вы, главное, закрепитесь все, там. Все, да, слышишь, Тима, что я делаю? Я выкидываю ВДВ и меняюсь сразу же. Давай. Тогда, что ты берешь, Тимаш? Подожди секунду, что ты берешь? Ну, я думаю, что нам нужно взять просто армию. Берешь мотострелков, хорошо. Да. Я возьму тогда... Ты тоже мотострелков возьму, похуй. Давай. Ожидайте, скорее всего, будет барабум в лесу с Юрой. Пусть я они там будут, мы их сейчас докидаем всяким говном, не волнуйся. Смотрите, поправка, Кес. Ты идешь от четвертой по третью, по сути. То есть у нас от пятой до четвертой будет ящер, то есть ты понял, да? Какой я... Ну, он точно там будет поддерживать, или как обычно, блядь? Ящер, подожди, Кес, помолчи, ящер, понял? Тебе надо вот эту полянку и чуть-чуть леса захватить. Да, чуть-чуть. Вот, короче, вот я тебе сейчас точку поставлю, а ты от нее пойдешь и до дороги считай, то есть полностью держишь. Тимаш, я пехоту выкидываю в середине леса. Двигаюсь. Вот от... Ну, даже, может, даже глубже. Ан полетел, спрут полетел, и я сейчас еще будку дождусь и меняюсь. Давай. Задержи их, пока я подтаскиваю конкурсы и другую фигню на гребень холма. Я тоже этим говном закупился. Центр проскочить немножечко. Чё центр? Слушай, мы не делим сейчас тогда. Я беру ПЗРК-шник. Блять, я ПКО не могу пока взять будку, я сейчас меняюсь, похуй. Быстро идет. Ты сначала весь закуп возьми, а потом меняйся. Я ПКО не могу взять будку, сорян. Сейчас пехоту обычно. Меня слышишь, что я говорю? Да слышу, блядь, подожди, я высаживаю пехоту. Все, не до тебя уже, все. И надо немножко в край заставить. Так, ЗКВ, ну еще раз говорю, мы не делим сейчас лес на зону. Да, танк уже идет. Да. Давай, Тимаш, ты уже все, давай, я буду контролить пехоту. Так, центр муч. Жду задания. Лева, а там, они... конечно, жестко. Раул и Юра. Кто развалился? Это я уронил. Ладно, понял тебя. Лево, короче, Юра с этим, с Амином. Центр лево, Раул. Да, там трындец. Я не успеваю туда доехать. Забей пока. Твоя задача вот эту, короче, часть полностью забрать. Да там вообще... Там пока голые по пространству, он тут... Нормально, пусть едут. Центр сейчас... право, маги. Тимаш, ты осторожен, танки теряй. А я и что я сделаю? Заряди фугасы, стреляй по пушке, и все, и добей болт. Ладно, сейчас последний. Лево, сейчас вам будет помощь с вертолета. 44 секунды. Все, хана мне? Нет, не хана. Блять. Сейчас хана будет. Живо, не? В НЛД летит. А не в НЛД, куда он там телетит? Нормально пока. Че это за... Да фугас, отступай, просто отступай, Тимаш. Понял, отступаю. Пиздец, лаги. Я пока РПГ подтаскиваю под гребень, чтобы... Давай, я пилот не боюсь. Давай, у тебя будка будет вообще все четко. На месте стоит будка и... Я знаю, блять, потерпи, у меня все пиздец, лага. Ну, пьёс, Меркова. Блять. 20 секунд вертолёт будет. Санчес, тебе придётся держаться. А, блин, дура. Пиздец, лаги. Но Меркову я накрыл. А, мне БМП взорвали. Не Меркову, а Барлю. Пиздец, слайд-шоу. Я понимаю, что делать, зачем. Зачем он вышел. Все, без он вышел, да? Да, он вышел заранее. Да. Попробуй пушку сломать. Погоди, я стою легкую технику сейчас. Печально там, блин, палатка. Очень печально. Очень печально. Туровозки. Вот, джевелинщик. Не, пехота сейчас. 10 секунд будет вертолёт. А уж сейчас где, ребят? Полинейка, ты где? Я? Слева, так тебе справа по центру. Ты вот здесь должен быть, на холмах. Я сейчас буду мерковой. Так, а тут тоже пусто. Вот я же здесь поеду. А вот здесь левее у тебя Кес. Где? Где здесь Кес? Ты тут хотя бы в 1 июня. Ты там должен быть, бля! Я с другой стороны, я слева от дороги, бля. Ты долбоёб, Кес, ты справа от дороги. Справа от дороги, а слева от дороги. У нас другой игрок, у нас ящер. Понятно. Шмерк у нас и весь Санчес. Купите, ребята. Так, Меркава без пушки, сейчас будет без трака, надеюсь. Не, ей похуй. Вертолёт пока не могу сбить сами, я сейчас... Движок сняли. Кого вам выбивать, Тимаш? Кого выбивать? Танки стоят. Два танка стоит. Метки. Конкретно метки.
Самый Абрам, опасный. Абрам с подсеткой. Кава! Остальное я вообще сам. Кава жива? Нет, считай. Она не может стрелять. КВ, твои войска здесь. Я знаю, я сейчас чуть попозже их законтролю. Подожди, сначала надо тут на фронте разобраться. Мирковую я отобью сам. Добро, хорошо. ЗКВ контролирует территорию и выбивай... Ну, танки хорошо, я выбиваю эту хуйню. Значит, не летай туда, понял? Там у них, вон, видишь, стоит подсетка Авенджер. Подсеткой Авенджер. Хорошо, да. Я улетел. Значит, скорее всего, взорвется. Все, я помогу сейчас на центре пока. Центр лево. Кинул по сетке. Авенджер выбит. Молодцы мы. Ладно, я сейчас пехоту раскидывать буду. Слушай, знаешь что, а возьми-ка и мою раскидай. Подожди, Тимош, у меня капец лаги, я не могу пока. Я прям отлип несколько секунд. Ладно, действуй. Господи, я вообще в аху каких-то с таких этих лагах смог мерками пушку сломать там и так далее. Мы их очень неплохо отдавили. Так. Готовь пузырька, Тимош, брось пока танк, выгружай пузырька. Понял? Пузырька готовы. Не, красавчик ушел. Кто он должен не уйти, давай. А вот я его не уйду. Давай, родной. Ну-ка, попади. Ты атаку кинул? Да. Пизда ему. Не пузырька, не пизда. Я живой. Уходи, давай, бляху, нахуй съебайся, блядь. Ну ты боёб, блядь. Вот это нормально, да, я его сбил. Я в ахуе того, что тебя не сбили два пузырька в тебя идущие. Ну они меня повредили что-то, ну ладно, я пойду направо в эти танки. Да, давай помоги тебе справа, вообще будет везде забить. Танки, я к тебе первым, потому что у тебя там танки. Внимание, работаем. Димаш, у меня 40 очков смены. Танчис, танк можешь загуслить, и вообще же шикарно было. Хотя ладно, не надо. Так, ладно, я почти счастлив, но у меня танк. Ну я пока не могу, сорян. Я сейчас пока тебе могу с путом помочь фугасами, я тупо на фугасах катаюсь. Работаю. Пошли, туры. Плохо, очень плохо. Но еще раз сейчас зайдем, не страшно. Что там? Авиация. Авиация, вариант пока не могу. У меня ПЗРК выгружено, но он далеко. Это Рипер, дымись. А, он ушел на дом. Да нет, все, хана мне уже. Мне тоже. Я приказал дрочером стрелять. Так, ну ладно, так, правда, я им снял. Дома, Юра, не вовремя. Что-то не стреляют они, блядь. Ладно, мы потеряли кучу бронетехники, но Рипер тоже сбит, так что ладно, живем пока. Кучу потерял, я ничего не потерял. Я потерял всю бронетехнику. И будку, и спрут. Прикольно. Я понял тебя. Ну что, не затаранит моих пузыркашников? Не затаранит. А вот сейчас мне хана. Я буду ремонтировать долго. Отступай. У меня половина смены, сейчас мне выбили, у меня очень мало КО осталось, поэтому... Это как называется? Танчику хорошо, но он живой еще. Ты, у тебя есть еще ракета, Дельфин? Я направо там, ну... пока работаю, у нас вот еще есть. Справа, пока вообще... Я пока вижу, все нормально. Я пока работаю справа. Пока меня, по крайней мере, не сбили. Это щуптуры, Тимош. Так, где мой метис еще застрял? Вот он, несу его. Танчик, дымись. Да. Так, у них Меркава с Казом, это проблема. Так, мне танк завалили. Купай второй, уже по танкеру. Б-третий. Да, правильно. Б-3. Самолет. Я тоже Б-3 куплю. Право центр, готовьте ПЗ. Срочно. Над вами. Жду задание. Радару, блядь. Радару, ладно, главный самолет сбейте. Нам нужно танк выбить. Сейчас. Я, Тимош, только жду, когда будет смена, и тогда сразу беру Б-3М. Давай, готов. Смена будет через полторы-две минуты где-то. Танк готов выбивать. Отстрелы, оно что? Да блин, Юра! Но танк по метке. Юра, живи. Там Авенджер рядом с ним, будь Юра, очень осторожен. Юра, у нас, так что если он будет не жив, то... У нас тут 4, Тимош. Смотри, ага. Дельфин, да. По метке это Абрамс, но видишь, там еще Авенджер, поэтому осторожен. Хорошо, да, блин. Если что, напишите ты, 3, 2, 1, все дела. ЗКВ, да. Я тебе могу дать отряд пехоты небольшой. Да нахуй, пока он мне нужен. Так, против кого играл Юра? Против вас. Кто-то из нас на опте тогда. ЗКВ, давай ты. Ну ладно. Могу я. Не, лучше я, чем за кого. Ты играл на фланге против полной бригады, не надо. Не надо. Это надо слева, потому что Юра играл слева. Давай, смотри. Я буду на общем, все хорошо. Тима, если я возьму бригаду ПВО, нормально же будет играться общий, да? Да. То есть беру бригаду ПВО, у меня сразу будут войска. Да.
Будут. Но, возможно, только... тебе потом придется еще одну бригаду поддержки взять, чтобы был полный набор. Ну, я потом возьму ее. Да. Да, блин. Ну, короче, напишите там 3-2-1. Напиши, Тимош. Ты на общих. Да, я на общих. Мне похуй вообще. Все, заебись. Ну, как бы, да, у нас сейчас... Жду у нас Юр, у него сейчас Меркава сольется, а дальше бояться уже нечего. Самое главное, спайков не будет, не забывай такой нюанс. Танчик поврежден. Я покупаю еще Птуров. Закрыл, разберись вот этой пехотой, ладно? Успел, пацан. Вот здесь. Хожу. Сука, не попал, блядь. Жду великолепно. Все. Меркаву тоже хорошо убить, но она с сказом. Подожди, я пока возьму истребитель, поэтому... Некоторое время, извините, я пока... У них АГС! Прикройте меня! Хотя нет, я не возьму пока истребитель. Жду задание. Поэтому уёбку пошло, но и он улетел всегда. У тебя как это... Танк живой еще, он на гусле, там ничего. Он чинится. Жду задание. Вражеский. У нас Тима тут АГС, осторожно. Ладно, а я мне пока не могу, так потому уже. Что у него истребитель там. Я ты сейчас пехоты выбью сколько смогу, а потом помру. Давай я вам бомбу кидаю, или ПБКшку. Тогда позвоню, когда играю, аккуратно. Что за аккуратно. Бомбу на танк, чтобы он ничего не рядом. Подожди, Станчик, я слева пока. Слева цели есть? Я позвоню. Давай, джевеличик, сейчас я его грохну. Давайте я бомбы накидаю, давайте бомбы. Вот сюда кидай. Понял, кидаю. Воронку туда, чуть. Вот туда. Вот же собака, прорывается к нам. Да пусть прорывается, Тимош, это бот. Я накидал, всё. Ты вот только бортом не стой к танчику, будто сейчас заебись. Накидал бомб аккуратней. Заебись, сейчас кидай. Справа пролет, внимание. Уходи налево, у нас тут есть ПВО. Я понимаю. Кстати, я на респе взял пару. Великолепно. А я его сейчас мигом собью. Вот, что там пролетело? Блин, зря миг взял, ну ладно. Окей, я сейчас отправлю БРДМ убить дивера. Давай, так, я сейчас Меркаву добью. А, ты просто давай стреляй. Давай бомбу. Все, добито. Патан там кидай. Вот сюда, вот еще, он живой. Жду еще, он живой. АГС жив. ЗКВ, разберись с Меркавой потом. Погоди, нет, нужно надо убить. Я накидал бомбу, все, я пошел направо, потому что там надо... А я просто идти, Тимош. Вот так. Ёбни ему бомбой в этот фугас отключу. Авиация, внимание. Ну это, извините, пока ничего не сделаю. Держись, Тимош. А, да я-то что? Тут дивер, осторожно, кстати, штурм сейчас твой могут подбить. А, он пилот. Танчик справа, танк. Ну, как бы и выбить. Ничего. Слышишь меня? Да. Нормально. Я тебя могу танк выбить, давай. Давай, мне, кидай бомбу рядом, чтобы он его чинит. Да я ракет. Вот дивер. Да, у них есть дивер, я знаю. Я знаю, я его нашел. Все, дивер ликвидирован. Так, танк прорывается на центре. Ты кинь ему ракету, Тимош. Да, сейчас я кину ракету. Меркава чинится. Только там тоже пролетела пехота, так что будь осторожен. Да, вроде у них нет РПГ. Нет, у них нет РПГ, они просто текут кровью. ПБКшки это что было? Блядь. Что это было? ХЗ. А, РПГ это был, борт. Ребята, я вам слева ПБКшками кину и все. Кидай, попробую. кидай на снабжение. Вон видишь, там танк со снабжением стоит. Вот, нет, вот кидай, мне не видно так. Блядь. Я по ГДД танк не беру. У меня техники вообще нету. Не могу дать, вообще. Все дал. Жду задания. Кес, держитесь. У них техники нету. Атакуй. Блядь, нечего. Еще тебе. Одна ПБКшка, давай. Ну вон левее, правее куда-нибудь кинь. Вот правее, вот правее, смотри, как зона снабжения. Смотри, правее. Сейчас кину. Отжимаю. Прям туда, быстрее. Давай. Вот, молодец. Прям туда. Я все, ухожу на эту посадку, на перезаряд. Сейчас накроешь танк. И танк, и снабжение, сейчас пизда вообще будет. Мы сейчас просто их разъебем, Тимош. Тупо по этому, по снабжению и по экономике. Значит, оно не очень попадает. У меня, правда, топливо. Так, не выбили. Самолет. Ничего не выбили. Да, хуёво. Ну, извините. Ну, ладно. Как мне работает? Мне нужно топливо, потому что я не могу пока ничего начать делать. Жду задания. Спасибо. Не надо говорить потому что, говори, мне нужно топливо, дельфин, ну, я тут нас... Право, чёрт смотри. Нет, Кош. Что мне взять, самолёты или арту? Я возьму арту. Нет, я миномет взял. Нет, я имею в виду бригаду, Тимош.
Арту возьму, если что, я смогу ей играть. Да, давай. Так, я должен все еще выбить тот танк противника. Вот, кинь ему в этот нишу. Фугас, он ёбнет, я думаю. Нет, надо пробить корпус. Нет, не попал. К сожалению, я не попал на самолёта. Я сейчас на холмик какой-нибудь заберусь и буду их фигачить. А ты там дымов понаставь, если... Я не смогу законтролить так, Тимаш. А, ладно. У меня реально несколько секунд отклик. Да, окей. Так, ну, значит, вот самый... Эй, самолёт, Тимаш, готов к ПЗРК. Ну, ёлки, я некогда мне. Это... Станция пустой. Ну, так кинул куда-то. Ну тогда сорян. Ну я пока так, не могу. Тимаш, я перед тобой сейчас БМП пущу. Блять. Терпите пока, терпите. Ничего не делаю. Так, мой миномет прибыл. Пиздец, у меня лагает. Сука. Блять, это реально коммунисты делали. Так, осторожно, там. Так, так противник один уничтожен. Второй оживает. Второй убивает. До него, кстати, не так далеко, я сейчас долбану его. Ну, ракетами, если достанешь, да. Достану ракетами, даже подкалиберным достану. А вот я бы не советовал подкалиберным, Тимаш. Лучше фугасом пушку сломать, а потом уже всего и насиловать. У них миномет, Тимаш. Попробуй сейчас переехать левее и убить миномет. Иначе он нас убьет. Справа самолет, внимание. Я думаю, что у меня не получится, Сэм, погоди. Видишь, он по мне начал уже фигачить танк. Да, он отступай пока. Отступай, отступай. Так, ладно. А здесь все будет хорошо, если не потупит ИИ, или если не попаду в дерево. Я не попал в дерево, все, скорее всего, пизда. Отлично, молодцы. Побили. Ладно, будем долбать танк сейчас. Блять, а вы все точки захватили почти, Тимаш. Сука. Летит слева беспилотник. Давай, сейчас попробуем. Риппер. У меня одна пара ПЗРК живая. Ну, опять он мне сейчас несет танк. Так дымись, блядь, быстрее. На центре ПЗРК много. А я уже все. Ну, Риппер я сейчас обью. И миномет он мне снес. Короче, вчера его сбили. То есть... А у вас пилот слева еще... нормально или как? А это таран был. Ну, это не таран. Тем более, что он не попал. Тебе повезло просто. Так, ладно. Двушка хуйня. Я трёшку. Прорывается Брэдли, Справа, справа, справа. Подожди. Вот Брэдли, осторожно. Нет. Прорывать, нечем гасить. Нет, помоги ему, пожалуйста, двушкой. Угу. Так, сейчас. Сбили? Нет. Ну, истребитель мой сбили, но я, в принципе... Ты сжёг ему и Мавенджер. Я нечаянно. Вообще у меня была другая идея пролететь. А, ребят, перезарядка, пока истребите это. Самолет штурмовика не могу ничего сделать. Ты там чинишь танк, да? Да, что-то с ним происходит, блять. Тут понимаешь, чинишь, у меня такие лаги, что просто пиздец. Дай-ка я снижу график, может. Сейчас, а не надо это сейчас. Не говорю. А то сейчас вылететь можешь. Я, в принципе, ставил почти. Самолет, авиация опять, да что же. Слушай, ну что, а десятый, это надо... А десятый... Опа, на танк! Короче, ты где, дельфин? Я сейчас жду истребитель нормальный, который, в принципе, за него минута. Пизда танку. Нет. Лол, даже человека не убило. Вы черта, вынесите эту бред. Бомба пошла. Он сейчас выбьет на все. Он так и будет летать сюда. Не выбьет. ПЗРК его не выбьет. Я сейчас вам помогу. Димаш, трошку в тыл только уведи, пожалуйста. Четвертый, подождите, минуту. Когда он перезаряется, блядь? Когда перезаряется, то уже фланга не будет. Будет, ничего страшного. 40 секунд, меньше 40 секунд уже. Терпите. Так, ЗКВ. Даю тебе пехоту. Сам буду поддерживать тебя трёшкой, давай? Давай, центр, давай. Центр, ПЗРК, Кес. Или... Все, ладно. Кес, над тобой. У меня два танка, надо помочь. Пошёл. Тимаш, смотри, у меня на холме тут два конкурса стоят. Это тоже хорошо. Да, это хорошо. Ты пока отрабатывай по пехоте, по броне, если сможешь. Там стайки ACV, что-то там такое. Да, помощь. Таск, кинь по таску за холма фугаса.
по крыше. Да, вот ты видел, чего происходит? Да, пусть происходит, Тимош, мы если вылетим, сейчас все победили. Так тут чего? Уже... Мне трёшку выбили. В смысле выбили? Хуяли. Прямом. Ты знаешь, как выбили? Он выстрелил кумулятивом в метист твой, и струя пролетела и выбил вниз по мне трёшку. А она же тебе живая. Кто? Трёшка. Ничего такой... не живая. Прикольно. А 34-го меньше минуты. И какой метист, если у меня... метист, вот. Вот этот. Ты жив? А, прикольно, у меня это знаешь, Тимош? Мне это через несколько секунд прошло. Ты все вылетел, что ли? Нет, я здесь. Забись. Ну, у тебя пропадение производится. Нажми на паузу, я понял, у меня на несколько секунд игра встает. Я уже нажал, поэтому... А, у меня игра играет. Да. Прикольно. Идем. Так, за кого сейчас вылетит у нас? Да. Так получается. А ты где за кого был? Я слева. Блять, я вижу... Нет, смотри, у меня сейчас игра, я вижу доступ, все, у меня пауза, подожди, у меня пауза. Все, ждем, дайте подождем чуть-чуть, минутку хотя бы. Пиздец, короче, я с вами пищу, у меня идет игра. Ну, вот трешка Тимыша была чуть-чуть. Передай войска, пока подождите, да подождите вы, ЗКВ, ты паузу еще... У меня уже пауза вся пока стоит. Там дальше не знаю. Поехали. Нормально работает? Да. Да, пока да. Пиздец, Тимошки, ты мне говорил про кумулятив, мне трошка была твоя вообще в стороне. Я охуеть просто. Я взлетаю на 34-м, Кес, я тебе сначала. Слева танки выбить, ребят. Да, я выбью сейчас. Я сейчас работаю по таску из минака, чтобы его сломать. Сейчас, ну, давай, все, Костет, кинь. Кинь ему Костет. На центр, и сначала Кесу накидаю бомб, а потом к вам. Здесь, давай, да. Бомбить. Да. Хоть Тимош, я думаю, сейчас от таска покалечу. Калеч. Я тебе скинул несколько бомб, я пойду налево. Он сейчас дымы ставит, а я пока дымами его... Скажешь, нормально там, нет, если что повторится. Наступает. Дальше можно. Прямое попадание в этот... пушку. У него пушки нет, пол, я ему пушку ему сломал. Ракета пошла мимо. Куда, по каким вам танкам будут отрабатывать? Оба танка. Слева, по оба, по обоим танкам. По правому сначала. Давай. Нет, на него я, чтоб точно навелся. Понял. По одному пошли. Да как, блять, он сука? Он здесь все ебаны, блядь. Ну там. Подожди, я сейчас слева выбью танк. Так. Кто кровоску забил? Торжение, Тимош, попробуй ёбнуть. Так, неповадно было. Торжение вышло. Пришлите что-нибудь. Молодец. Пришли что-нибудь сам, блядь, сушняк. Не что, 30, ну, 40 очков, что я могу взять? Не кричите, я сейчас туда бомб накидаю по метке. Держи метку просто. И у вас на центре там он пехота проползает, вы пехоту там... Не, сейчас выберу его. Справа я сейчас накидаю, там, справа центр. Санчес, ты держишь? Ребята, кто мне грузовик с пехотой выбил? Не знаю. Блять, Санчес, ты мог кто угодно. У них авиация тоже есть, если что. Топка марш была. У тебя ПТРК на респе, ЗКВ, у тебя тоже ПТРК на респе. Я его только купил, он... На, хорошо попало. Да-да-да, мочи туда. А я тут товку присмотрел себе. Давай, надо сейчас выбивать быстрее пехоту, и мы... Да мы, в принципе, сейчас прервемся, все победим. Блин, ай, меня сейчас обьют. Били. Проморгал я его, конечно. Ладно. Тимош, я на второй минак буду ждать, потому что больше нечего смысла противоречить. Так, извиняюсь, конечно. Я могу КБО спрыгнуть. Жду задание. Я коплю на танк. Трагер пытается в проезд. Тимош, что нет никакой БМПшки? А, у меня танк есть. Короче, танк я беру КБО, я не буду чередить брать, я беру КБО. Ну давай, РПГ, не попадай. Я не перестаю. Давай, РПГ, стреляй. О, он записал. Есть, сейчас с него полетит, все. Центр, лево, давайте я вам кабли накидаю. Опять тут же некуда кидать. Кабли на мне буду кидать. Центр, помоги справа, право прорывают. Блять, помоги справа. Да, вот теперь летай направо. Смотри, сколько там целей. Центр я не могу ничего сделать. Мне кабы, только кабы. Так вон по танку кому-нибудь кинь, по какой-нибудь хуйне катающийся кидай. Самолет, центр, внимание. Блять, мне агрессия, блять. Выебывает. Где? Говори метку, я выбью. Здесь. Самолетик к нам летит. По подушному минака увожу.
Инки Каппа Шоп. Ахаха. Ну так он мне выбил. Дельфин, нам опять нужна помощь. Антис, давай кап. Цель на миномяну. Я беру следующий танк. Мы будем танки отрывать. Пусть танками спам, Тима, что тут у тебя пехота, просто я могу покупать и так далее. Пусть спам танками. Кстати, как твоя меркова? Как моя меркова? Она еще чинится. Я ничего сделать не могу, у меня только все нормально. Катина, меркова будет твоя, у меня такой отклик, что я не смогу ее контролить. Хорошо. Сейчас я залезу в нее, отведу в тыл и вам посмотрим. Давай еще один кап остался. Направо еще давай. Ну вот смотри, здесь пулемет куда идти. О, Тимаш, она полностью боеспособна. Я по самоходному не уверен, что она тут. Сейчас она ответит тыла, теперь там. Давай я научу налево. Все, у нее приказ ехать в тыл, давай. На гусе, Абрамс на гусе стоит. Я опять. Я не могу, Тимаш, я все понимаю, не могу. Терпите. Так где-то, где был справа на гусле, давай. Нет, погоди, блядь. Вот. Пиздами на кухне. Вот. Ребят, Дельфин, ну нас вносит авиация, непрерывно. Их ты можешь бесполезно. Ты можешь нас не поддерживать по наземке, но ты должен истребитель иметь. Пока только если миг взять. Больше хоть миг. Ты не должен давать ему летать, иначе он нас... Ну как еще один Абрамс, прорывать Абрамс. Еще один Абрамс, прорывать. Я не могу ничего сделать с ним. У вас танк есть. Санчес, слева к тебе сейчас Абрамс будет выезжать. Он бомбит, бомбит. Хорошо, я его нашел. Ну я их тоже бомблю и бомблю. Так вот. Нет, ты не бомби. Ты можешь нас не бомбить, мозг. У нас нормально все. Я да. Справа помогаю, ты посмотри направо. Вот да, справа бомби, а слева должна быть поддержка авиационная в плане истребителя. Ну возьму миг, но... Ты сам понимаешь. Бери. Надо. На страйкер с минометом. Я вижу, я сейчас на него еду. А он на меня. Чтобы РФ был дешевый истребитель нормальный. А не, это барахло. Пошел у него конкурс. Нет, уже не пошел. А ты чем сделал? Танк? Дымись нахуй и Брэдли надо выпить. Где Брэдли? Вот тут она катака едет, вот это по ничего. Эй, ну слепая фигня. Стрелять побудем сегодня? Вон, видишь, спуски идут Петров. Да, вижу. Блять, давай, не... едь быстрее, сука. Сейчас она выйдет. Да блин. Слушай, Тима, не, блядь, серьезно? Радара мига вот здесь, прям реально сломано. Но он вообще не видит беспилотник никак, хотя он должен его видеть. Погоди, занят я. Давай после боя, Дельфин, пожалуйста. Ты теперь админ, ты можешь теперь в админскую забирать и говорить, что хочешь. А развалилась. Все, отступай. Отступай нахер, тут очень много пехоты. А, тут нужен миномет или АГС. Миномет будет через 10 минут. Истребитель сбит, я ничего сделать, но вообще слепой. Просто полностью слепой. Дальше уже невозможно наступать танком. И нет смысла, Тимаш, там низко точек. Нам просто надо держаться. Направо сейчас будет ССО, я ничего больше не буду. Тимаш, купи пехоту, у тебя мало осталось. Жду задание. Да. Давай я тебе куплю и тебе ее дам, хорошо? Я не смогу контролировать, Тимаш, у меня реально пиздец открыть. Серьезно тебе говорю. Ладно, ладно, ладно. Нет, так нет. Ребят, лево просто держите сейчас. Вот и подвязывай. Еще один страйкер с минометом. Ладно. Это откуда, блядь, их столько? Я ебал. Иди сюда. Иди сюда, дорогой, давай. Разберемся. Блять, уважаю фугаса. Жду завтра. Не выжил. А, нет, конечно. Нет, Тимаш, ты чё? Еще бас добавь, чтобы не починился, и все. Еще добавить. Я боюсь жилищников. Пока не вижу их. Ну, блять, надо выбить. Все, теперь точно. Все, теперь ступай. Так, у меня слева... Видишь, я ж тебе говорил. У меня слева пехота пытается прорваться. Не джевелинщики, но... Справа крепитесь. Жду задание. Гусеницу снесли. Я понял. Так, я брошу каких-нибудь бомжей, чтобы тебя прикрыть. Санчес, ты меня услышал? Да, прикрой. Я сейчас скину ССО, где сам. Ты возьмешь, короче, их под контроль и раскидаешь. Вертолет, Тимаш, готовь ПЗРК. Я пока не могу сбивать, у меня истребитель опять сбит. Не может, да чтоб тебе, ну всё! У меня сбит истребитель мой. Блять! Один, у меня есть. Пусто уже. У меня есть одна ракета еще. Но он улетел, все. В чем тут делать? Это канает под подачу. Дельфин, я же говорю, нужно постоянно, чтобы истребитель болтался. Надо. Так он сбит. Что я сделаю-то? Еще брать. Таймеры и очки. Не знаю тогда. Плюс я купи бук, блядь. Купи, блядь, бук, и все. Да, кстати. Если не справляешься с истребителем, купи бук.
Бук стоит 200, у меня 41 очко, на что его покупать буду? Чё, хоть охуенно все. О, Тимаш! Да? А, у нас же танк еще есть, да. Танчик, бери пехоту. И подкрепление. И пехоту перекинь. Я себе... Ну, я только что себе купил, ну ладно. Заебись, на пехоту мало. Тимаш, покупай просто пехоту по контрелу. Мы стоим, знаете, переспамить надо. Так, вертолет. Выношу корнет наверх, на пол. На вертолет? Жду задание. Нет, справа. Направо. Тимаш, дай... Да. Мог тебе БТР-ку отдать хотя бы? Да я не с тобой контролю, серьезно говорю, у меня реально... Я могу только ботов пикатор давать. На случай проезда. У меня вот на случай проезда стоит. Я по нему пустил. Вот здесь танк. Вот все фигуры. Да, погодь, сейчас он поедет чуть-чуть вперед, но он шикарно ебал. Тимаш. Ладно, ладно. Это что сейчас было? Скажи. Задание. Ты сбит, но ты понимаешь, что он сейчас просто увернулся от той ракеты, которая с этим... Жду задание. С тепловым наведением. Все, Тимош, Конет смотрит на него и говорит, типа, подходи, убью. Ладно, я наступаю. Задание. Да, и пехоту накидай, потому что... Баланс будет сейчас, через пару минут, даже меньше уже. Я мина, кстати, купил. Он, надеюсь, едет. У вас есть цели для хабов слева? Правый, есть! Понимаю, смотри, какая цель стоит охуенная, смотри. Забудь М1 на 2С. Вот сейчас нет, она двигается. Кто? Кстати, у вас такие, что это, самолет, что... Сука, дерево. Ну опять, что ли, самолет? Ну нечем, Тимош. Ну таймеры и плюсом МиГ-29, я говорил уже, он не равня F-35-му. Я ничего с этим сделать не могу. ПЗРК просто не долетает до самолета, сука. Короче, Дельфин, нам нужна поддержка с воздуха. Ждите истребитель. Будет поддержка с воздуха. Я ебал, мне он просто разойти из фланг. Ну, блять. Мы всю игру ждем. Истребители. И так и не дождались. Я ему сбил один вообще-то самолет. И вертолет сбил. Так, давайте цели для кабов, срочно. Нет у нас цели для кабов. Цель для УРВ. На центр кинь. Тогда еще вот здесь вот. Вот здесь. Рядом с ним-то был. Подожди. Жду задание. Опять самолет? Нет, это мой самолет уже. Куда ты кап кинул, блять? Там пехота, там это, то ли пехота, то ли чё. Она никуда не попал ты. Попал, попал. Хорошо, у меня сейчас есть танк. Ой, кто-то без пушечки остался. Да, остался без пушечки, точно? Да, да, да. Я у него на своих упала. Я погнал. Ебать, а чё здесь танк, блядь, делает? А-10, Тимош, А-10. По нему летит. А чё я сделаю? Жду задание. Ну, прикались ты, блядь. Тимош, ты потом... Отлично, теперь ступай. Ракеты экономим. Цели для кабов. Какой ракет? Сейчас я буду добивать его. Срочно, цели для кабов, срочно. Центр. Блять, на центре кинь, вон танк с моей стороны. На центре, вот все стоит, Брэдли, охуеть. А, черт, никто... Жду задания. Братан, весь холм там пиздец. Тимош, ну, надо поворачиваться чуть-чуть в сторону от ракеты. Ты ж... А у меня один человек там, у меня все равно касса не работает. Красавчик, почему? Красавчик. Потому что один человек. Справа чё? Справа какие цели для кабов? Пока никаких. Дымись, Тимош, хотя бы, если каска не работает. Нет, каска-то должна работать, по идее. Ты его держишь или тебе ещё подкинуть песик? Кому? Санчес. Вот так вот! Либо я сейчас вертолет возьму через 5 очков. Вертолёт. Лучше вертолетом помоги, у него там пехоту можно нарами покосить. Жду и так далее. Жду задание. Тима, что по Минако заворачивается? Сачься, проезжает, пехота проезжает, все проезжает. А, лечу направо на вертолете. Да, помогите блин, направо. Сломали. Ящер, ты как, более-менее спокойно, ящер? Ящер тут? Я сейчас тебе помогу. Блять, ящер, у тебя микрофон выключен, если что. Опять. Значит, с чем ты пехота? Есть. Да, наверное, просто. Вынес. Ящер, у тебя нормально там? Ты можешь помочь направо хотя бы чуть-чуть или нет? МБУ пехота, да, я сейчас возьму. 5 летит самолеты, 2 штуки, блять, рипер и самолет, ну... Дельфин, где наша поддержка? Минус снабжение, охуен, блять! Одно и то же, я слышу всю игру, нет истребителя, нет истребителя. Минус, сейчас у меня минус весь плавник был. Вот чтобы... пустил я по риперу, но он поздно его замечает. Вот что ты мне прикажешь делать? Я сейчас кабалоном буду рисковать, возможно. Минак! Он его не видит, вот что мне делать с рипером, скажи, он его не видит. Так, а у нас еще рипер тут болтает. Ну а да? Что ты ему сделаешь? Тимош, да. Он мне весь план капец разъебал. Ну что за, блядь, ПВО, сука? Хорош, уже выйти, пожалуйста. Дельфин,
Это не нытье, это называется, что у тебя нет... Это нытье, это именно баланс того, что у нас нет нормальных... Это не баланс, ну я-то нормально летаю. Димаш, дешевого истребителя нет. Ой, а миг? Говно. Вот. Он говно, Тимаш, по сравнению с F-35. Ну тут, блин, сравнил МиГ и F-35. Пятое поколение, блядь, и... Причём здесь F-35-то? Который стоит сотку! Причём здесь F-35? Нам нужно отбиваться не от F-35. Ах, у меня ещё... Тимаш, МиГ слепой и несёт мало ракет. Так, ладно, хватит, всё. У тебя там танк. Я знаю, так ракеты его дай. Нет, вот пушка сломана. Ай, опять полетала. Авиация прилетала. Сейчас мне, если собьют кубовоз, там... Да бьют рабовоз. Охуенно, у нас еще, короче, пролет справа. Ну а что я вам скажи мне, что мне с ним делать? Миг его не видит. Я отстреливать бы он, но оно же, оно не может оно нифига взять, ребят. У меня выпустило две ракеты, как его из-за стрела. Ну ты что она F-35 и сделал? Ай, блин, ну извините. Очки есть, что вы уходите? Так, мирковую мне снесли. Ребят, самолет упал. Отношение плавали. У меня все снесли нахуй, блядь. Я 90-х беру. Да бери, Тимош, бери. Блядь, я больше не буду брать миномет, нахуй надо. Я буду брать только ГС, потому что они хотя бы быстрее появляются. А снабжения у тебя нету? Есть, вот у нас мой остаточек. А, ясно. По ЗРКшников еще возьму. Танк на гусле. Какой? Не, у нас нет. Жду задания. Но, правда, можно попробовать сделать. Ну, с него прилетит тур. Кап по нему шо, идет. Ой, да, мимо. Жду задания. Пролетит мимо, значит, больше мне пока поддерживать вас нечем. Вправо помоги, чтобы тебя не пролетало нахуй. Я сбито все. Нечего. Надо стать нормальным. Что, держится, остался? Все очко пользуется, ребят. Кстати, да. Что все, сейчас пока держимся. Так, сейчас просто больше не проебим. Нас мы лес пока крепко держим, нас мы просто не отнимут. Просто еще больше не проебите. Хорошо, центр лево. Я сейчас твоя задача тоже держаться. Это право, тяжело у нас. Держись, блядь. У тебя, в принципе, танков вражеских нет, пока держись. Ящик, помоги центру правой, если сможешь. Кес, на респе. Ладно, сейчас у меня 90-ик пойдет и норм. Тимош, вот. А души, пацаны, выдержи центр право. Давай, давай, Кест. Я тебе сейчас потом еще запкарт как-то в конкурс сделаю 20 минут. Тимош, я к нам несу новый карнет. Да, можно. Ты уже не успеешь. Ну да. Ну слушай, идея давай неплохая. Если бы я еще сменился, я думаю, мы бы спокойно бы и двоих отбили. Слышишь? Ну да. Так, ладненько. Сейчас мы вот тот танк надо прикончить. Не рискуй пока лучше танком. Вдруг сейчас какой-то пиздец случится. Ну а что, у меня ракеты. У тебя карнет. Карнет еще в жопе. У меня только конкурс не стоит на фронте. Ай, конкурс. Ты застрял. Да. Блин, что за прикол с... Отступай, блядь. Отступай, погоди. Вот. Видишь, я как встал. Фиг он мне еще сейчас сделает. Ну как, в крышу может прилететь. И будет никак. Мог бы ему плохо. Не, пушка рабочая, Тимош, пушка рабочая. Игнорируй, думай, просто кидай ракеты, пока есть. Так, ну штору мне снесли, конечно. И хуй со штору, у него нечем. Тебе все равно бесполезно. Так, Тимош, сейчас не убегай, пожалуйста. Я убегу. Ну, я тебе один момент скажу, это быстро, буквально пару минут. Жду задания. А вот сейчас мне хана. Да похуй. Это две ракеты пошло. Вол, тебе две ракеты пошло одновременно. Кстати, да. Блять. Это вот такой бег я в первый раз видел. Коалиция 90. Сука, это прикольно. Не, это баг. Боюсь, что баг, Тимош. Очень они... неприятно. Это как-то они доспавнили себе, наверное, за то, что было две заряжено. Нет. А, кстати. Нет. Ну, больше нет. Смысла нет. Мы выиграли, а вот мы вопили. Так вот, Тимош, сейчас не убегайте, а я скажу. Давай. Да. Хочешь, смотри,